Алло, что? Нужно срочно снять репортаж? Я постараюсь это сделать. Берем в разработку. Звонит Михаил Борисович. Всем привет, МБХ Медиа. Сегодня снимаем вот в такой вот необычной обстановке. Сами понимаете, по каким причинам. По той причине, что у меня нет денег на студию. Так вот, ситуация следующая. Последние 2 месяца тут сидим, как-то все начало поднадоедать. Потому что прочитали книжки, посмотрели фильмы, пазлы пособирали. И развлечения заканчиваются. Но, к счастью, есть такая штука, как интернет. Советую попробовать. Где предлагают огромное количество всяких развлечений, досуга, всяких разных штук, которые можно попробовать бесплатно и прямо сегодня. Поэтому я вам предлагаю взять меня за руку и отправиться в это удивительное пространство интернета и узнать, что нам там предлагают. Вот. К слову, как-то вот не хочется изучать все вот эти курсы программирования, смотреть фильмы Годара по бесплатной подписке, все, что нам предлагают. В общем, не хочется. Хочется вот простого, человеческого, поэтому... Я, как обычный русский мужчина, который целыми днями работает, принял решение начать с онлайн-курсов по йоге. Поехали! Расслабьте лицо. Расслабьте брови. Нос. Главное в этом деле следить за дыханием. Очень важно. И руки не спадают. Все? Я уже не могу. 27 минут. Да нет, давай. Да я не... Давай. Я люблю тебя поддерживаю и дальше уйду. Я тебя оставлю последний зацент. Друзья, резюмирую, у йога это опыт, который, безусловно, хочется повторить. Если не один раз, то 3 точно. Тем временем мы продолжаем. Мне срочно нужно восстановить вот этот вот водно-солевой баланс в организме, поэтому я думаю, что мне стоит выпить 1, а лучше 8 баночек пива после такой вот долгой тренировки. Но так как мы сейчас все наши развлечения и досуг переносим в онлайн, то и выпью я тоже в онлайн-баре, который называется Stay the Fuck Home Bar. Друзья, давайте без долгих прелюдий. Пью! Таю и в небо, улетаю, чтобы не Ребята, вы вообще откуда? Я из города Пятигорск. Да, круто. Пятигорск. Здесь недалеко, прикинь, как Краснодарский край. О! Чувак, наконец-то хоть один человек из Краснодарского края. Слышь, а ты знаешь такое пиво? Да, я, кстати, его пила позавчера. Я в этом городе вчера, живу. Вчера, сегодня. И завтра.
понял, блин. Но мне как бы это море вообще не тарахтело нигде, потому что мне до него ехать полтора часа. Блин. Я там каждые выходные бываю. Это моя мечта, если честно. Вообще у меня мечта переехать в Краснодар. Я надеюсь, что в этом году у меня это получится. Поэтому... Было бы замечательно. Жили бы с тобой рядом. Опять драчун зашел. О, это тот чувак, который с беговой дорожкой, да? Да. Посыпадыс. Я про него в соседнем баре слышу. О, вот, свет включился. Да, он сейчас будет анонировать. Нормально. Ну вот и вечер перестал быть томным. Здесь и такое бывает? Ну, это единичный случай. Да, здравствуйте. А теперь перерыв на рекламу. Ничего себе. Это было быстро. Я считаю пожарником, работаю с 1 октября 2019 года. Угу. Да, понятно, то, что, блин, все нормально. Усмеяющие всякие. Ну там реально, я когда об этом пожарку устроился, я... Это практически... Вот то, что тушить пожары, это самое херовое, это надо обязанности тучу учить, потом приказы всякие учить. Ну да. Давайте игру, я никогда не. С удовольствием. Я никогда не дрочил на велосипедном тренажере. Друзья, один на одну ногу сексуально колготки. У меня есть чулок, но я колготки не буду. Ну, чулок сойдет. Да. Замужем. Я только в кино видел чулок. Чувак, мент одевал чулок на этот ортопедический. Я это уже видел сегодня. Фильм посмотрим. Смотрим. Только подожди. Музычку. Да-да-да-да. Вам понравилось, ребят? Да, спасибо. Все, видишь, что публика тебя приняла, она тебя тоже любит. Роман, выбираем тебя! Да, спасибо. Действуем, ага. Придумываем Роману действия, все вместе. Да, и конечно, вопрос. Роман, давай я тебе спою песню, а ты под нее танцуешь. Давай! Да, не проблема вообще, что такого. Давай, так, поехали. Ну, чтобы видели, да? Да, давай. А ты давай запивай. Давай, спой. Амара кукарелла, ща-ла-ла-ла. Амара кукарелла, ща-ла-ла-ла. Россия, как известно, живет скоростями, но пандемия ее сильно притормозила. Это к тому, что клубы-то все закрыты, нигде не потусить, и поэтому рейверы сидят дома. Рейверы, можно использовать такое слово? Все сидят по домам, вспоминают свои былые подвиги, да и мне, честно говоря, тоже временами становится скучно. Хочется вырваться на какой-нибудь самый маленький такой рейвик. И тут я внезапно узнаю, что Нина Кравец прямо сейчас дает онлайн-концерт в Бутаборе. При этом можно даже какое-то количество денег пожертвовать клубу, что, собственно, я потом и сделаю. А пока я вам предлагаю вместе со мной восстановить атмосферу из старого доброго Бутабора. Поехали!
Друзья, это было интересное и увлекательное путешествие по интернету. Надеюсь, вам понравилось. Что хочу сказать напоследок, друзья, берегите себя, берегите своих родных и близких и берегите интернет, он у нас такой один. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом ролике, какой смешной прикол в интернете вам понравился больше всего и что вы думаете о ситуации на Ближнем Востоке. Также жмите на колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо, это был Рома Бордунов, специально для МБХ Медиа. До новых встреч, всем пока.